Более 300 представителей духовенства и мирян, почти 100 населенных пунктов Тюменской области приняли участие в традиционном епархиальном собрании. Представители Тобольско-Тюменской, Ишимской и Арамашевской епархий отчитались о проделанной работе, поделились планами на будущее. Так, большое внимание в каждом населенном пункте священнослужители в храмах уделяют просветительской работе, приобщают к православным традициям детей и взрослых. Обсуждали на собрании и насущные вопросы. Это и кадровые вопросы, духовенство. Какие храмы нуждаются в священниках? Какие-то, может быть, у приходов есть вопросы, пожелания к епархии. Вот такого порядка хозяйственные вопросы решаются в основном. В 2020 году ожидается приезд в Тюмень и Тобольск патриарха всея Руси Кирилла.